неслась. 2500 слишком большой этим для меня, я хуже играю. У меня должно быть 2400. Опять этот мертвый вариант. Ты, по-моему, в нем проиграл, да? Что? Ты, по-моему, проиграл в этом варианте. Да, ну там в один момент я сглючил. Сейчас у тебя предход работает? Ну вот видишь, он в этот раз правильно играет. Вот свин. Это неуважительное отношение к шахматам. Ладно, Е5 все равно. Е5. Попытка поменять ферзей. Да. Почему я вижу вообще во всех твоих ходах попытки поменять ферзей? Потому что все мои ходы — это попытки поменять ферзей. Зачем? Блин, ферзь d2, я там же на g7 падает, что я делаю? Ты труп. Ты понял, что, о чем я говорил? Где на g7 падает? Ну, там. Там? Да. Интереснейший комментарий. Где на g7 падает? Там. Там, да. Ну. Что, ладно, ладно, камбэк, спрашиваем пешку. Вот, наконец. Наконец-то. Вот я уверен, партия закончится на 32-м ходу. Победы белых. Черт. Все в чате пишут ноу. Что там за сбой еще, блин? На меня ферзей, я передумал. Нет, ну зачем? И вот без, чтобы без пешки это наиграть. Почему без пешки? Поровну материал. Ну коня хотя бы на e5 поставь. Ты поставишь коня на e5? Нет, я выжидаю. Вообще надо было, конечно, ставить, наверное, да? Да, наверное, надо было все-таки ставить. Ходов 20 назад. Да. В чате до сих пор no. С каждым твоим кодом. Ноу. Нет. Он опять поменял ферзи. Люди страдают. Crazy Russian guy. Еще и Лади поменял без даже. Там у людей просто глаз уже нет. Кто-то там. Вот ты смеешься, посмотри, какой маневр, ладья 6. Зачем это? Ну, на b6 активизировать. Так, я сейчас тебе похлопать должен. Да! По меньшей мере. Там в чате до сих пор пишут, но. Люди просто не понимают, но ты-то должен понимать. Они пишут, что он делает. Ты, по-моему, огреб, нет? Да нет, конечно. А, то есть ты сейчас выбираешь между конь g4 и конь d7, да? Да, я выбрал правильно. Да, к сожалению, ты не можешь пойти слоном на... F7. Приходится играть на e8, ты убог. Ну, у меня все лучше, наверное, да? Ну, конечно, конечно. Что, ты мне не веришь? Я верю людям в чате, которые пишут правильные вещи. Но... Не, ну лучше у черных. Ну где? Ну где? Он на b2, у него на b2 отвалится пешка просто. То, что у меня слон на e8 вообще никакого значения не имеет. А то, что... У него флаг... Ого. Ну, А6. Единственный шанс, наверное. А стоит мне вообще? Может, мне на опережение играть просто? Так. Ну, же я... Теперь конь e5. Конь e5. Ну, пойди ты конь e5. Чтобы люди написали yes. Yes, конь e5. О, нет. Там 400 человек. Карлан написал ноу. О, да. Попытка поменять слонов. Все ради выигрыша пешки. Толерантно. Ладно, я снесу ему флаг. И съем. Я это понял минут 40 назад, когда мы свои камбэки записывали. Тогда я знал, что этим все закончится. Ну бей на b3. Да бей на b3. Отлично. Ну снеси ему флаг. Он хочет дать вечный шах. Это выиграно вообще?
Должно быть как-то. Пойди, пожалуйста, ладья B2. Пожалуйста. Люди, ноу, опять нет. Что он делает? Отлично. Отлично. Ты не даешь ему здесь пешку? Я хочу короля на H7 спрятать. Он не донимал меня этими шахами. Каким образом? Не, ну пока он не шах... Когда начнет шаховать, вот тогда спрятать. Или уже... Ладно, давай, побью тут. Да, побей уже 10 секунд, мы снеси, наконец. Да я, у меня по позиции выиграно. Чё ты зря говоришь? Тут мат тебя ставит. Это очень страшно. Блин, я тогда не туда пошел, ладно, там. Я перестроить на E5. Нормально. Отобрал все-таки, да? Ну сейчас будет 5 лишних пешек. 4. 20 лишних секунд. У вас какие-то скучные партии, стоянцы. Люди пишут в группе, что ноу, нет, не выкладывайте, пожалуйста. Брицушки с итальянцем. Че, ты больше он не хочет играть? Хочет.